Белпочта выплатит пенсии за 9 мая досрочно. Получить деньги в отделениях связи Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей можно уже 6 мая. В Витебске, Минске, Гомельской и Гродненской областях 7 числа. В Гомеле и Гродно выплаты произведут 8 мая. 9 и 11 числа будут работать только дежурные отделения почты. Белорусский авиаперевозчик восстановил пассажиропоток на 60%. Стало больше дальних рейсов. Активно возобновляются общения с Россией. Ранее авиакомпания обнародовала данные о доходах за прошлый год. Из-за пандемии они сократились на 140 миллионов долларов. Благодаря господдержке перевозчику удалось сохранить весь персонал. Но ради выживания пришлось убрать надбавки. На среду в стране объявлен желтый уровень опасности. Порывы ветра местами будут достигать 18 метров в секунду. Сотрудники МЧС и ГАИ рекомендуют автолюбителям не парковаться возле деревьев, рекламных щитов и неукрепленных конструкций, а пешеходам на остановках следует держаться подальше от края проезжей части. Гомельская область вводит сбор за пересечение госграницы. Его размер составит 29 рублей. Речь об одном транспортном средстве, независимо от количества пассажиров. Решение вступает в силу с 1 июня и будет действительно до 1 января 2023. В Бобруйске в преддверии Радуницы изменится работа общественного транспорта. С 8 по 11 мая движение автобусов будет организовано по расписанию выходного дня. Подробный график можно найти на сайте Бобруйского горисполкома.